Территория огромная, 4800 квадратных метров, только одни помещения. Плюс очень много земли. Мы будем оборудовать со временем площадки в угол для собак. Здесь будет все обнесено забором. Папанинцев 21. По этому адресу будет располагаться приют для безнадзорных животных в Березняках. Пока здесь нет клеток и кормушек, однако полным ходом идет ремонт помещения. Экскурсию проводит директор службы по обращению с животными без владельцев Сергей Галкин. Вот кабель. Видите, нам уже подключили свет. Вот он идет. Вот он будет подключать. Видите, он находится в здании. Здание досталось в неприглядном состоянии. Было большое количество мусора. Его разобрали и оставили только то, что может еще пригодиться. Старые шкафы пустят на доски, например. А эту стену вообще пришлось строить заново. Здесь будет только там у нас зона карантина, изолятор. Ну, здесь вот это все будет держать. Сейчас будет огорожено, а теперь не так сложно. Далее заходим в помещение, где будут располагаться стационар и операционная, а также офисные кабинеты нового приюта. В настоящий момент идут подготовительные работы, проводится уборка помещения и готовится помещение к ремонту. Здесь у нас будут находиться емкости с водой. Эта комната будет утеплена, собственная станция и такая бытовая комната просто. А далее переезжаем в другое место, на склад спецавтохозяйства, где ждет своего часа оборудование для приюта. Получили для нужд приюта первый автомобиль, всего их предусмотрено два. «Газель бизнес», полный привод, буквально вот пригнали это завчера. Сейчас ожидаем в кратчайшие сроки прибытия второго автомобиля, будем ставить на учет все эти процедуры. Внутри автомобиля будут находиться ловушки, а также клетки для перевозки животных. Вот видите, оно не в разорванном состоянии, вот она клетка для перевозки животных. Тут у нас 8 штук. Они много, всяко размерные. Есть поменьше, есть побольше. Кроме того, на складе находится мебель для кабинетов, стиральные машины и водонагреватели. И готовятся к сборке, которая произойдет уже на месте, будки для собак. Это у нас будки для проживания безнадзорных животных, будки для собак. Обратите внимание на стены толщину. Они все в разорванном состоянии, они внутри утеплены пеноплексом, то есть будки очень теплые. Ну а пока приют ждет прибытия еще части оборудования, в частности, вольеров. В руководстве учреждения заверяют, что по окончанию ремонта состоится и торжественное открытие приюта. Из-за февральских холодов эта дата перенеслась, возможно, на месяц. Как учреждение будет выглядеть в готовом к приему животных виде, мы обязательно расскажем и покажем нашим телезрителям. Любовь Биттер, Влад Рычков, «Наши новости».